на рыбалке. У нас получается, мы вчера с утра вышли, с утра выехали, доехали. Все благополучно. Где-то в 5-6 вышли на воду. Прошлись тут, там, здесь, покидали. Ничего не поймали, была одна поклевка. Нашли, где мамки вылазят на песочках здесь. Сегодня с утра первая постановка, еще камеру даже не одел. Ну там у Сашки потом возьму файлики, вставлю в видео. Короче, я побил свой рекорд, теперь он новый, 12800. Я очень этому рад. Рыбку поймали, взвешали, пофотографировались и отпустили. Вот, сейчас рыбачим здесь опять. Туда-сюда лазим по этим песочкам. Судачка еще поймали. Короче. В основном выставляемся чисто по крупной рыбе. На даже скопление каких-то там средних рыб даже не выставляясь. Задача трофейной рыбалки. Вот. У нас 3 целых дня. Сейчас у нас еще только 10 утра. Много всего интересного будет. Даже, наверное, не в одной серии, дай бог. Не будем загадывать. Не забываем подписываться. Лайкосы. И комментарии. Кого что интересует. На все вопросы всегда отвечу. Стоишь вот так вот где-то. Так. Так. Нет, все, это расплыть. Это расплыть. Куда будешь выводить? Иди сюда за меня, заходи. Ты понимаешь? Ага. Наши штуки. Нихуя тут. Тихо, 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 чтобы не порвало, пацан. Забирай. Нихера там. Тихо. Еще раз. Что-то как-то это. Как-то слишком быстро. Слушай, ну это большая рыбка-то. Достань только, пожалуйста. Поймали вот такую щучку, 12800. Сейчас будем отпускать. Кантарик в рот упал. Сейчас, погоди, пока не выключай. Момент. Упрыть.
Ну все. Поймал, отпустил. Ну как? Да. Ты к тебе обратно иди. Ты ее приручил, короче. Погладить, ну. Такая деловая, да? Да. Пошла отдыхать. Давай, спасибо тебе, Слава тебе, Господи, всего доброго. Это хороший судак, прям хороший. Что-то и летечка такая мощная, судак такой хороший. Так, у нас долгожданная поклевка. Охота на трофеев. Я не могу понять, то ли это, то ли в натуре течка такая, то ли. Ждем появления рыбы. Тихо, всплывай. Подачи какие мощные, тихо. Не хочет. Фу, Саня! Стечки. Паха. Держи свою рыбку. Все, видишь, говорю, вот он. Выставились, короче, по рыбе. Я покажу, как это в колоте выглядело. Так это в эхолоте выглядело. Сейчас мы заснимем чуть поближе. Слушай, ну он прям это, бойкий такой. Так. Дай, пожалуйста, там этот. А вон кантарик. Сейчас хочу его взвешить. Ты видел, какой он бойкий? А чё ты, зачем его уродуешь? Он же там без зубов. Держи его так. Ну так, веревку накинул просто, чтобы нет. Сейчас, погоди. Сам дышишь, если помочь? Сейчас, вот такой судачок. Ох, красавчик, вообще красавчик. Все, мама, на меня покомментируешь, что ли? Вот такой вот. Такой вот судачок. Так он выглядит. В реальности. Сейчас будем взвешивать. Да нет, даже побольше, чем он, гораздо. Наверное, ближе к 4 килограммам. Запихиваем. Держим. А, ну да, 3. 3540. Жабра у него там это. 3540. Так, Сань. А этот у нас. Все, отпускаем домой. Сюда чамбу. Любят они это занятие. Что-то небольшое.
Да, что-то такое. Это что-то ведет под этот. Куда-то, блядь, под лодку, сука. Ой. Щучка. Что-то небольшой судак какой-то. А, это судак. Сейчас трешки они считаются небольшими. Они нынче небольшие. Так, ну что, на туда вот там. А, бля. Вот это была подстава. Ну это я вырежу все, как рука. Это нормально. Паха, спасибо. Порвал. Засниму. Давай. Опа. Пошел, пошел, пошел. И ушел. По-блогерски его отпустил. Под лодку. Вот так. Ушел. Что-то по-блогерски. Трубка перевернулась, ты неправильно разбираешь просто. Отечка вышла. А, нет, судак, слушай. Да? Видал? Выскакивает. Ну, Катя. Ну, давай. Смотри. Поближе подводи. А, давай, мы там. Такого судача мы поймали. Ой, красавчик. Просто красавчик. Иди. Ставь, да? Ушел.
момент. Из неизданного, да? Есть, да, это чувство? Сюда. Опять что ли? Ну это что-то мелко. Ну хотя оттечка что ли? Щучка или окунь крупный. Щука. Паха что-то тащит. Щука, щука. Тебе надо потащить. Ну конечно, как я буду брать больной своей рукой. Куда-то она пошла не туда. Ой-ой-ой, это что тут? Сашенька. Ой, слушай. Это что-то мелкое. В натуре блогеры зажрались, а, Сань? Да вообще не говорю. Маленький судачок. Паха. Забирай своего судачишку. Это судачонка. Это что-то мелкое у нас тут. Так, ну у нас тенденция намечается. Намечается тенденция. Такой судак, короче. Ну трешка, да? А, тот сколько был? 3,5. 3,5. Ну да, трешка. Блин, в глаз прикинем. Нахерачили. Че? Иди. Порадуешь потом. О, красавчик. Там за барханами. Не, ну тут ви. Тут видишь помельче.